А вы знаете, я магнитогорец, потому что вся моя история, она начиналась с улицы Ломоносова. Дело в том, что моя мама появилась здесь. Бабушка, конечно же, не здесь, но вот моя мама появилась здесь, на улице Ломоносова. Мы и жили. Вот. Потом появился дед Сережа. Вот. Но я-то появился не здесь. Я появился на улице Правды 34, квартире 12. А здесь вот они жили. И в свое время, представляете, да? Только они приехали в город Магнитогорск, и сразу же такое хорошее место. Но мы сегодня говорим про Ломоносова 5. Что такое Ломоносова 5? Во-первых, это ресторан грузинской кухни под названием Генацвали. И вы, естественно, поняли, как нас тут угощали. Ну а если вам стало непонятно, то вот вам моя солянка. И как это было, и это было очень вкусно. Мне говорили, что ты попробуй, а потом будешь рассказывать. Я попробую и расскажу. Я даже не могу это все передать. Специи так сделаны, что я понимаю, что это Грузия. Смотри, как все приготовлено. То есть ягненок, собственно, с окуна, чтобы так было сделано. Вкус Грузии без сациви, без кемали, это не вкус. Да, немножко добавляйте. И шо? И вот она, необходимая кислинка. О, все стало немножко совсем по-другому. То есть чуть-чуть добавляем, и аромат суперовский. Так вот, в отличие от жульена, его много и не съешь, потому что, ну, понятно, да, там Франция. Вот, в отличие от жульена, этим нормально поешься. Ну что, покушаешь. Извините, не просто накушаешь. Что касаемо меня, то набьешь желудок. Причем, вы же знаете, как я кушаю. То есть, если я это делаю с таким аппетитом, как я делаю это в ресторане Дукани, в смысле Генацвали, в смысле Дукани — это погребок, то есть ресторан Дукани Генацвали, то есть ресторан погребок Генацвали. Вы должны понять и обязательно сюда приехать. Какой соус кемали, попробуйте. Я попрошу в следующий раз, чтобы соусом ткенмали отсюда продавали где-нибудь в магазинах. Обалденная штука. Так, ну давайте. Покушать Грузию, не покушать шашлыка, это все-таки неправильно. Потому что шашлык — это все-таки блюдо оттуда. И вот так вот вы покушаете мяско не из промзабоя, а из настоящего мяса. Да что это такое, никак не могу передать. А здесь аромат травки. Честно? Я понимаю, что такое травки, да? Ну как они все это делают? Передам. Что такое харчо? Какого харчо? Я жизни не ел. И вот так на 42-м году жизни я начал изучать грузинский и турецкий. Причем у моей супруги все получается круче. Но жить-то надо и понимать, что наши бывшие республики, что рядом с нами, определяют наш вкус. А вкус в жизни, так же как и ее соль и все остальное, дает нам право понять, что не только то, что мы вкушаем, это борщи, супы и пюре с разносолами, а то, чем пышется здоровье Грузии, а запыхтеть-то его можно, и место-то такое есть, а место это Ломоносова 5,
ресторан Дукани Генацвали. Долго вот так вот получается. Третья химия, да? Вот у меня сегодня третья химия. По сути, есть было бы не хотелось, потому что, ну, все это не очень хорошо. Но тем не менее, это все вот так вот укладывается вот здесь вот. Потому что на третьей химии нужна сила. А силу мне выдает ресторан Дукани Генацвали, где вы можете заказать себе все, что хотите. В том числе и небольшую свадебку.